Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 24 июля. Появилась официальная информация относительно ракетных ударов по Хмельницкой области. Сообщают официально о том, что ракетный удар с акватории Черного моря был отражен. Около 9.00 24 июля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатых ракеты морского базирования типа «Калибр» были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны командования «Запад». То есть, по официальной информации, прилетов в Хмельницкой области не было. Судя по всему, те клубы черного дыма, которые было видно в небе, это последствия работы ПВО и сбития ракеты над областью. Также появилось предупреждение о том, что сегодня враг стреляет калибрами, и есть информация, что еще сегодня может прилететь. Поэтому ни в коем случае просьба ко всем жителям нашей страны, не только Одессы, а, как мы видим, в каждую область может прилететь ракета. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и с момента начала воздушной тревоги проследуйте в укрытие для того, чтобы спасти себя и свою жизнь. Я на связи, как будет обновляться информация, сразу же буду сообщать. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.